Здарова, Империя! Микрофон Артём, это канал SnowWorm TV. У нас очередная новая игра. Это, знаете, что-то из разряда Game Boy, да, который вот этот черно-белый был, вот этот монохромный. Дракула какой-то. Ой-ой-ой. Так. Что нам нужно нажать? Нажмите Press Start. Укай. Так, вперед нужно идти. Так, а я могу что только делать? Только прыгать и ударять? Как этот, в Кастельвании, убиваем эти всякие. Там же тоже мы убивали вот эти плафоны, подсвечники. И лутали с них что-то. Но если честно... Не знаю, для кого, на кого игра рассчитана, то, ну, люди уже давно отвыкли вот так, от такого. А вот от такой графики, как в геймбое. Нормально он его повесило. Я, кстати, по-моему, такую... Этот Дракула какой-то, да? Я по какому-то Дракулу записывал уже вроде. Так, а как кинуть? Вот, топор. А, я его выбросил, короче, куда-то. Повесился он. Ему, короче, один удар делаешь, и он на пику точеную сам насаживается. Это очень странно, на самом деле, сделано. Лучше сделать, знаете, что сделать, типа ты ударяешь, потом какое-то добивание появляется, типа, и ты вот нажимаешь добивание и добиваешь его, ну, насаживая на пику. А вот то, что ты его ударяешь, он сам насаживается на пику, это очень странно выглядит. Ну, как-то нелогично, нерационально. Один удар, и он на пике сидит. Ну, это что-то странное. Вот если бы добивание какое-то, то, в принципе, да. Так, а паук вот на пику не садится. Но зато после него остается этот. А еще, значит, было бы прикольно, если можно было прыгнуть и перерубить, короче, вот эту паутину, и он бы упал вниз просто-напросто. Вот так, раз, рубанул, короче, он бы упал вот здесь и побежал бы на меня, допустим. А если там, где яма, он бы упал и просто и разбился бы там, в яме. Ну вот это мне не нравится, то, что я ударяю, и его насаживает на какую-то пику. Зачем, как, почему? С чего бы это она на пику насаживается он? А, он, кстати, с ней... Он... Здесь, смотрите, он не бьет, когда сидит. То есть при ударе он все равно встает и ударяет. Это странно. Почему в приседе нельзя бить? Ой, я что-то какой-то этот нашел бонус, походу. Ну, игра на любителя прям. О, секретик, смотрите. Вряд ли сейчас кто-то будет вообще такое играть. Ну, вот, есть любители ретро-игр, да, которые любят играть всякие вот различные новые... Ну, вот, именно вот, как она... Как вот эта графика называется? Монохромная, да, вот это? Это же даже не черно-белое, да, изображение? Тут вон есть немножко зеленого цвета, вон, вижу, да, как бы... Вот на геймбое, который не колор. Ой-ой-ой, понял. Блин. Так, ну континуум, да, окей. Я где начну? Блин, в смысле, серьезно, с самого начала? Но это тоже неправильно. Почему с самого начала-то? Дайте хотя бы чекпоинт какой-то. Я, по-моему, да, я уже записывал вот эту игрушку, да, я помню. По-моему, у меня есть на канале Дракула, только он цветной был. А этот... тот же разработчик, только он решил вот сделать... Ну, по сути, он особо ничего не сделал, просто убрал графику, да, из игры. Потому что та, по-моему, цветная была. Смысл остался один и тот же, то есть, ну, у нас есть один удар, мы можем прыгать, у нас есть какие-то штуки, которые мы добываем из этих, из факелов. А-ля вот этот топор, который можно кинуть вот так вот, кого-то убить им, да? И все на этом, в принципе.
никаких тебе дополнительных ударов. Ни в прыжке он там никак-то не бьет по-другому, да? То есть он даже когда садится, при ударе он встает. То есть анимация удара, когда ты сидишь, нету. Анимация удара, когда ты прыгаешь, тоже нету. Ну, блин, разработчики, вы когда делаете игру, ну заморочись чуть-чуть. Понимаешь, что один удар сделать легче, чем 4 разных удара, да? Сделайте добивание. Зачем вот это то, что его на пику насаживает? Это что вообще такое? Как это вообще работает? Почему паука надо 2 удара делать, а, блин, мужику один? Это очень... Блин, не попал. Так, летит, беру. Ну, вот этот ползучий паук. Блин, тут опасно. Так. Вот как-то так. Блин, здесь еще такая, да? Я в него попал. Так, подожди, она больше не появится, получается? Да, а как? Подожди. А что за бред? Смотрите, это все, это... Я назад не могу уйти, чтобы отреспаунить ее заново. И она не появляется. Видите, ее нету. И как мне быть здесь? То есть у меня выбора больше вообще никакого нет, как, нежели, ну, упасть и умереть просто тупо. И получить континуум, да? И получить игру с самого начала. Но это нет, блин, это бред какой-то полнейший. Ладно, вот так вот оставим все, да? Вот сами смотрите, сами судите. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такой игре. Блин, не знаю, зачем делать такую игру? Есть уже Влад Дракула, по-моему, у меня на канале даже. Тот же разработчик, по-моему, делал. Зачем вот это делать, не понимаю, в такой графике. Еще вот эта дурацкая вот эта система, где ни чекпоинтов нету, ни сохранения нету, ничего нету. Блин. Ты умер и с самого начала пиздрякаешь, нахуй, блин. Блин, 21 век на дворе. Мы не в 90-х, да, где мы играли в Денди, и там не было никаких чекпоинтов, ни сохранений там. Мы просто играли, умирали и начинали все заново. Не надо это делать. Блин, делайте чекпоинты, пожалуйста. Вот. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики, приходите на стримы. Все ссылки в описании. Увидимся, всем пока.